Творческий вечер композитора, публициста и видного общественного деятеля прошел в Москве. Седагет Керимова, главный редактор газеты «Самур», создатель и художественный руководитель ансамбля лезгинской песни и танца «Сувар». Она является известным писателем и поэтом вот уже много лет. Чтобы поздравить ее с юбилеем, в Московский дом национальности приехали ее коллеги, близкие и поклонники. Весь вечер для нее исполняли стихи, песни. Керимова прочла для гостей свои лучшие произведения на лезгинском, азербайджанском и русском языках. За семью горами я друзей искала. Спорилась работа до седьмого пота. Семь огней прошла я, душу обожгла я, родине желая мира и добра.